Добрый день, друзья! Здравствуйте! Мы сегодня хотим анонсировать наш новый курс, который называется «Лень». Всего 4 буквы. Да, но какие? На самом деле, это очень интересная программа по углублению в себя, по познанию и по открытию механизма лени в психике человека, по возможности познакомиться с плюсами и минусами, вообще как работает этот механизм, зачем он предусмотрен и что из этого можно получить в виде бонусов. Потому что на самом деле этот механизм напрямую связан с механизмом саморегуляции, этот механизм связан с озарениями и с возможностями психики именно получать информацию под задачу, и в то же самое время именно этот механизм связан с заболеваниями, включениями болезней и так далее. То есть это то ядро, которое переключатель, которое внутри у нас балансирует и говорит, как живем, что делаем. Готовы погрузиться в себя для того, чтобы наши слова не были пустым трепом, да, и вы сами на себе это прожили, прочувствовали, и в дальнейшем смогли осознанно управлять этим ресурсом, потому что это тоже ресурс психики нашей, и это тоже дополнительные либо возможности к созиданию, либо возможности к разрушению. И это выбирает сам человек, только обычно он это делает неосознанно. Мы же предлагаем вам познакомиться с собой изнутри, осознать этот механизм и использовать его абсолютно осознанно. Это ваша часть, и лень ваша часть. Нечего с ней бороться, гонять, кричать и называть там непонятно какими словами. Вы увидите лень совсем с другой стороны. Это действительно глубинный, скрытый механизм психики, и с ним имеет смысл познакомиться. Мы приглашаем вас 4 февраля с 19 до 22 часов. Это однодневный курс. Приглашаем на него для того, чтобы погрузиться в себя, познакомиться с собой, исследовать себя и сделать свои настройки, ну, немножко на другой лад, более здоровый и более счастливый. Один момент. Всем участникам этого курса мы подарим что? Книжку подарим? Подарим. Мы подарим книжку «Управление восприятием». Подключайтесь, у вас есть время подумать. До встречи, друзья!